все, ребята, мы приехали в Пекин. Я вышел на станцию, сейчас вам скажу, как называется. Чангумен. Договорились, что встретиться на выходе А. Юра хочет сегодня с Мэгги пойти в русский ресторан. Сегодня я тоже поснимаю, что за русский ресторан. Вернее, ресторан русской кухни. А завтра мы уже пойдем пробовать утку по-пекински. Так, мне нужно попасть на выход А. Видите, как вообще бесслышно подъехал поезд. Так, выход А. Так, Юра мне сейчас в чате отписался, что они только едут. Я, значит, пораньше прибыл. Ладно, тогда постою пока здесь, на улице. Подожду их. Где мы оказались? Чуть его знает, где оказались. Ладно, жду Юру. Ребята, Юра задерживается. Он мне скинул... Вот когда идти до этого ресторана. Вот я нахожусь здесь, сейчас пойду по локации. Правильно иду, неправильно, пока не знаю. Если это остановка. Сейчас посмотрим. Так, как я понял, мне нужно дойти до сюда и по подземному переходу перейти направо. Я понимаю так. Сейчас буду разбираться, что здесь. Ребята, я разобрался сейчас двух китаянок, но там, видимо, мама с дочкой. Я подошел, показывал телефон, типа, плиз, там, нихао. Дочка сразу там шарахнулась от меня, но. Я говорю, блин, ну пожалуйста. И мамка, о, по-русски? Я типа, да, но они такие наломаны русским, но они мне помогли. Они типа, о, очень приятно познакомиться с русским, откуда вы? Я говорю, вот Башкирия, Уфа. Показали мне, все, значит, я иду прямо. Можете, говорить, не смотреть на карту, смотрите вообще на красоту. Справа увидите торговый центр, большой торговый центр, после торгового центра повернете налево. И там уже будет ресторан русской кухни. В общем, ладно, показываю я вам данный квартал. Как его еще называют, русский квартал. Не знаю почему, может тут много русских. Так, давайте перебегу. Все, ребята, я нашел, подошел, вернее, встретил русскоговорящих девушек. Сейчас, подождите, в свет выйду. Встретил русскоговорящих девушек. В общем, обменялись данными, оказались моими подписчиками, то есть я их подписал. Молодцы, так что спрашивайте, не бойтесь, подходите, общайтесь с людьми. Так, вот он, я и нашел его. Ресторан Манго. Если как Юра говорит, это он. Манго. Так, сейчас дождемся Юру. Сейчас я ему отзвонюсь. Скажу, что я уже здесь. Юра, сколько вас можно ждать? Радмир, ну что ты понял? Я гоню? Hello. Тянется здороваться, привет. Это ты тянешься здороваться. Как дела? Баб помянь.
Знаешь, как нашел? Встретил, короче, иду и смотрю, сзади это, русскоговорящая речь. Я раз поворачиваюсь, я говорю, девчонки, я говорю, аллилуйя. Они раскинули меня, я показываю, говорю, блин, не могу вообще разобраться. Но они все это мне объяснили. Я говорю, так, подписывайся на канал, окажется, в моем канале. Замечательно, все. Да, я тоже жрать хочу. Заходим. Хайду, иду, Мэгги. Или как? Это как, хорошо? Нормально. А, нормально. Такой ресторанчик. Сюда? Так. По ценам огурцы 20, семга 55, рыбы 198. Все-таки это ресторан. Салаты. Ребята, все, мы вышли с этого ресторана, время уже, ну не буду говорить, уже поздно, классно посидели, потусили. Ресторан находится в этой стороне, здесь находится аптека, магазин Саня. Сейчас зайдем сюда, возьмем водички, давайте посмотрим, какой ассортимент товаров тут есть. Магазин Саня, арбуз, Михаил, кальве, майонез, рагу, кальмар, а, ну русские. Нац, Михаил. А, ну еще китайские есть продукты, да? Огурцы, фисташки, твикс, сникерс, Аленка, шоколад. Ну, вот такой вот магазинчик. Тут сладости, чипсы, лапша, лапша. Ой. Че? Пойдем. Вот такой вот магазинчик. Сигареты китайские. Нет, я говорю, какие сигареты? Что, русских нет? Китайские, да. Все, мы поймали, вернее, заказали такси. Он тут кино смотрит. Таксист. Вот он сам ресторан. Снимать мне там запретили. Ресторан «Манго». Отдали мы за все 1160 с копейками юаней. Ну дорого, ну. Да нет, ну что это, сколько там? Чуть больше 150 долларов на троих. По пекинским меркам это нормально. Это нормально, да, по пекинским? Ну как бы, не каждый день чешься. Ну понятно, раз в месяц можно позволить, да? Да нет, я реже скучаю. Реже?